Как вы сумели остановить «Зенит»? «Зенит» вообще было не узнать. Что у вас получилось сегодня? Потому что, я считаю, мы грамотно очень перестраивались, в прессинг шли. Они не знали, что делать. Мы перекрывали и центры, и фланги, и встречали высоко крайних защитников. Мы доминировали над лучшей командой России вот в последние годы. И это дорогого стоит, надо этот настрой сохранить. Мы каждый чувствовали, что мы очень сильны индивидуально, и команда самое главное. И заслуженная победа вообще, пацаны все красавчики. Ты провел очень яркий матч, но, к сожалению, не смог доиграть до конца. Какие сейчас эмоции? По поводу удаления, знаешь, это вот как, миг, ты полностью заряжен, хочешь всего себя отдать, там, сгореть на поле просто там. И вообще я не грубый игрок, я не знаю, как так получилось, то есть... Вот я свалил, да. Но я во-первых, очень хочу сказать, я мяч хотел играть. То есть, по направлению к мячу, попал там вниз ноги, то есть вообще еле задел. Не знаю, как там по телевизионной картинке смотрел. Ну, главное, Ригони, вскочил, сказал, no problem, my friend, говорит, сразу побежал. То есть я уверен был, что неужели в такой игре, за такое. Надеюсь, обратят внимание, что я вообще не грубый игрок, извинился, и там фол на красное небо, считаю. Ты очень здорово подключался к атакам и финтил. Ты уже попадал в посты к 4-3-3. Хотел, чтобы они снова тебя запостили? Больше это стиль моей игры, соперник бывает не знает, куда уберу, влево или вправо, а Арсенал скиллов, помогает играть разнообразно, не знаю, просто стиль игры, не понты, ничего, просто так нравится, обыгрывать соперников. Как тебе атмосфера на сегодняшнем матче? Классно, я как будто, честно, так ауре стадиона, как будто 50 тысяч болельщиков около того, так удачно рассадили, гнали нас вперед, вообще красавцы болельщики, спасибо.